Студенты Института физики Казанского федерального университета разработали накладной ультразвуковой измеритель уровня жидкости с термометром и программный комплекс, с помощью которого можно в режиме реального времени отслеживать изменения уровня любой перевозимой в автоцистернах жидкости. Разработка состоит из двух сенсоров. Это ультразвуковой датчик, который измеряет уровень жидкости, и температурный, который следит за температурой изменения объема жидкости. И суть заключена в том, чтобы во время движения автоцистерны мы знали в реальном времени, в каком объеме находится наша жидкость. Идея создать систему мониторинга возникла у студента, когда он трудился логистом в сфере транспортных перевозок нефтехимических наливных грузов. Именно там он столкнулся с проблемой хищения топлива во время его перевозки. Проблема актуальна, потому что вероятности утечки, взрывов или же кражи есть. Я считаю, что нужно создавать некие центры такие управления, мониторинга за состоянием автоцистерн и, получается, танкеров. Таким образом, мы можем предупреждать чрезвычайные ситуации, можем смотреть за совсем в целом за цистернами, в каком они состоянии находятся. Благодаря своей разработке студенты стали одними из победителей 42-го отбора проектов на право размещения в бизнес-инкубаторе «Технопарк» в сфере высоких технологий «IT-парк». Системой мониторинга состояния наливного груза уже заинтересовались представители компании «Татнефтехиминвестхолдинг». Эльвира Зорина, Фариза Хитоглы, Универньюз.